Активными темпами идут работы по ремонту Дома культуры в ауле Хачимзи Дмитриевского сельского поселения в рамках национального проекта «Культура». Данное учреждение начало функционировать с 1978 года и за это время ни разу не видело капитального ремонта. На сегодняшний день бригадой рабочих выполнены следующие виды работ. Внутренние отделочные, прокладка инженерных сетей на 90%. На момент нашего приезда рабочие разгружали грузовую машину. Были завезены композитные панели для фасада. В целом, подрядная организация должна сдать готовый объект до 1 октября текущего года. На базе Дома культуры работают кружки по вокалу, хореографии, художественное слово и драматический кружок, а также функционирует любительское объединение «Дарман». В сельском учреждении культуры находят занятия по душе дети, молодежь и взрослые. Обновленный Дом культуры создаст дополнительные возможности для проведения патриотических и культурно-просветительских акций, увеличения числа культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризацию детского творчества.